Давно покупал этот глушитель, Сань? Если ты покупал. Я его не покупал, я его нашел целиком. Он сейчас 100 тысяч стоит, прикинь. Фига. Да. Такой смешной момент, надо было HyperRed TV на стриме, он раскидал двух таких средних челиков, и слышит у него, он в алтыне, слышит у него сзади шорох, поворачивается, а... Он с гранатой в руках подкрадывался и бросил гранату, но бросил неудачно, и граната взорвалась уже после того, как этот стример убил чела. Смешного. Mm-hmm. Ой, минус, Андрюха. Я хотел нажать назад в браузере, но я нажал Escape в браузере. Но я... Окно браузера было неактивно. Активным был Тарков. Кстати... Видел недавно статью про классную игру новую в стиме. Короче, это какая? Типа ты выступаешь, ну или хозяином, или управляющим, не знаю кем, за холустные заправки в США. И там надо ее развивать, там общаться, всякие штуки такие делать. Я думаю, может быть крутая тема, еще надо глянуть в стиме. Как называется? А я не знаю, сейчас буду искать сам. Если у меня окно браузера в стиме кроется и перестанет быть черным. Я, конечно, снимаю BLM, но не настолько же, что у меня магазин не открывается. О, спасибо. Ну, я не вижу причин туда не идти. А, Gas Station Simulator. Симулятор. Да. Я надеюсь, она не очень по рельсам сделана. Если нет, то круто. Джимми уже тут, засылай ему инвайт.
Найс. Пока. Вот повезло. Плюс ряд. Ясно, Джимми хайпит на хардрейте. Угу. А. Да. В смысле, ты кто? Не, Колбаскинмен. Колбаскинмен — это мой друг Женя, с которым мы играли в этот... В... Подожди, ты про инсту или про что? А, у меня твича нет. А. Да. Логично. Да. Ну, как Вар договорились, пиши под на кого подписываться. Окей. Он же удалил правила с тем, что только английский или что-то. А, вы, sometimes Russian in chat. Но только sometimes, понял, Саша? Чаще двух недель, двух раз в неделю не сметь, да? Было прикольно, если кидаешь бицы, и только русский в чате включается, если было бы такой мод в этом на Твиче. Бля, вот классные стримеры, типа, вот мне Аксель нравится, тот же, как его там зовут, Бакизи. Одна проблема, сраная лаба, я ее ненавижу смотреть на стримах. Ну, Аксель просто приятный чел, как, ну, типа, такой просто прикольный тип, с которым забавно посидеть. А Бакизи, ну, классно мувится, забавно шутит иногда. Не знаю, кто это. Не смотрю нарезки. Ну, которые типа общие нарезки, чьи-то личные я смотрю. Конкретно Дундука только и все больше. А, и смотрю нарезки у Бакизи, где он стример убивает, где их реакция. Да, тоже классный. Какой у него онлайн обычно? Ого, бодро. Ну, вот Аксель тоже, вот, типа, он и скилловый, и приятный чел, но лаба. Сраная лаба. А он, как говорится,
Не можешь победить, возглавь, как говорится. Что, парни, пойдем давить спавны или как? Угу. Бля, мы уже на месте. Давить спавны и пошел лутать. Ну так, можно сначала полутать, потом давить спавны. Угу. Как же я буду бегать без перегруза, Сань? И правда. А зачем иначе? Так силу закачать, у меня всего лишь 24 силы уровень, это мало. Я вообще не сильный. Вмажу звездой. Честно, куда он мажет звездочкой? Под носом или губы? Бля. Не, на нос, по идее. Прикинь, как жжет, если на губы намазать. Я охуел бы, если бы на под нос намазать. А меня, кстати, мама в детстве заставляла звездочкой всякие там гадости мазать. Ну, я, если честно, даже сам обмазывал под носом. Не, я... Когда у меня появилась возможность говорить маме «нет», я не маж... ну, с тех пор не мазал. Что-то как-то я никого не наблюдаю. Ну давай сильнее продавим, а то мы с Джимми однажды вот так же давили. Не додавили до конца, а челы что-то сидели дрочили в углу 5 минут. И потом, получается, зашли нам в бок. Я двоих убил, а третьего не смог, я его даже не видел. Но не могли заспавниться после вашего ухода? Ну, такое. Обычно все спавнятся одновременно. Это супер редко, когда вот как Джимми не грузит или кого-то позже догружают. Это крайне редко бывает. Вот я в самом краю. Угу. Даже давай за камнем обошел. Вдоль забора чекнем яму. И можно уже спокойно идти на депо или куда мы там идем. На депо, на метку. Сколько тебе осталось ботов? Рам-бам-бам. Хороший вопрос. Творческая миссия. Пятеро. Ну, там билится на меди уже. Ты уже на депо, Андрей? Подхожу, я в яме, где спамон. Я справа от тебя. А, вижу. Я просто бы такой, что влетел бы с удовольствием на тех пацанов на обеде. Можно на них лететь, как хочешь. Я просто думал, что мы идем делать вам квест и лутаться. Ну, и это тоже. Одно другому не мешает, нет? Кстати, иду надо попробовать. Пропасть там, где танки. Угу. Надо, кстати, попробовать как-нибудь высыпаться. Потому что я вот сегодня выспался, и сегодня гораздо лучше идет день, чем вчера, когда я не выспался. Вариант. Вижу диких. Спортивный подход. Вижу двух диких рядом с длинной скалой. Рядом с длинной скалой? Ну, назад вернулся, у депо. Ага. И гранаты слышу на... Это старая деревня, ой, иду новая деревня. По указанным тобой координатам выпиливать все и все. Я вот перед тобой... Да. Один за камнем у длинной скалы, а второй дальше к забору справа. Вот, вижу одного. Так, один снял. И один выше в сторону забора справа. Вон еще среди березок один. Живой. Все. Так, и еще есть, говоришь, да? Ну, это, возможно, он вернулся. Это вот тот, которого я видел сверху. Да, все. Больше не вижу. Куда идем? Давай на мед.
Давай. Блин, поймал меня. Выносливость 38-го сюда. Есть шанс выкачать элитную выносливость когда-нибудь. Я левее уйду. Я пока с моего любимого камня что-то посматриваю. До сих пор не заходит. Грустно. Ну, ни живых, ни мертвых я не вижу на МЧС. На меня угол такой себе. Можем залететь прямо туда, на лицо. И сесть им на лицо, ну, как вариант. Я бегу на плит и сплит запрыгну через забор на сетку. Угу. Я тебя пока что покрою, может кто-то из них вылезет на суицид. Так, есть с ближнего к тебе стороны на суициде есть. Ага. Кировец на суициде. А в красном или синем контейнере? В красном. Гранату ему брошу. Давай. Я внутри запрыгнул. Вот он с твоей стороны смотрит. Отогнал его, он побежал теперь в сторону туалета. Я себе гранату кинул. Подбегаю вижу. К тебе. Одного убил. Есть еще? Да, там же сверху. Там же сверху? Да. Понял. У меня тяжелый кровоток, я зашиваюсь. Заношу гранату туда. Идеально закинул. Флешка твоя? Да. Закинул в синий контейнер, гляну. Не попал. С другой стороны... В синем, внутри. В синем дальнем? Да. Убил? Нет. Пуш. Убил. Хорош. Так. Как он гранатой не умер? Вот реально хороший вопрос. Я ему занес идеально гранату просто. Парни, меня вообще не закинуло в рейд. У меня все барахло при мне. И у меня закрылся рейд. Я не могу. О. Бля, печально. Mm-hmm. Ну, главное, что жив. Главное, да, mm-hmm. что жив. Я на диком пока. Бля! Mm. Ну ладно, это 10 тысяч, чего Мурфи выкинул случайно. Так, 16 левел у меня, если что, есть. Не критично. У вас 4 вечера уже, кстати, почти 5. Так, а ну-ка, второй жетон давай сюда, чел. 10-й. О, 10-го, по-моему, нет. Ты всех поубивал, да? Да. Блин, ну жаль, что... Сработали хорошо. Забавно, что все на СКС были. Угу. Но они мелкие уровни. Ну да. Но опять же. Есть шанс пробить с СКС-ки улач. Есть шанс попасть в лицо. Да, они по мне вообще не попали ни разу. Ну, только в ногу один раз и все. Ух, кстати, у одного из них на рукавник эвейжен. Ну, богатый. Ага. У меня надо патроны срочно докинуть, я забыл.
пацанов мы именно прям загнали. Мы сегодня все полутали. Да, мы успели. Все полутали. Они, видимо, долго дрочили ботов. Ну, не факт, что у них спаун был ближним. У нас-то был топовый спаун. Не, ну, мы же слышали их уже стрелявших. Ну, да. Не поспоришь. Пойду суицидку полутаю. Здравствуйте, это Калутана. Ну, вряд ли полностью, потому что я оттуда его согнал. Ну, еще раз подниматься мне туда неохота. Слышал? Да. Чай. В азиму, вот это ж сколько лута я смогу засунуть сюда. Был на башнях? Пойду на башню. Мне так не нравится лут на носилках здесь, потому что ты когда лутаешь в такой позиции, находишься неприятной. Соглы, соглы. Мечта наркомана. Куча морфина. Бля, у кого-то из них была ОКП-7. У меня появился АК-101. А, не уверен, есть ли у АК-101 крепление. А, есть. Есть, там у всей сотой серии. Я снял с него ОКП-7, я могу сейчас отдать. Не, я отдам. А там у меня все равно, так у меня это сайдарм. Там 55 HP патроны, так что это так. Но я бегу обратно на танк-то. Пошли туда, там опять боты, может, заспавнились. И пойдем потихоньку лутаться. Какой тебе у вас номер? 25W7. У меня другой. Ну еще рано. Ну, типа, ну хотя они уже могут бы попасть к нам. Блин, на челика потратил все гранаты. Челиков. Угу. Не так уж и плохо. Причем дата такая сочная залетела прямо в контейнер. Но, я но. Вот иду на самолет. У тебя ж фейлит. Дикий на горе. На горе там, где военный, где метить кровь войны. Тут вот, смотрю, правильно, да? На кровь войны, да. Точно дикий. Да его там супер видно, красная это, форма. Все есть. Спортивный костюмчик такой. Да.
А синий лазер у тебя был? Я видел под деревьям. Я на точке, где кровь войны, посмотрю ящичек. А под Джимми где ты нашел? Ага, понял. А, нашел, смотри где. Здесь. Да, я вижу. Козырно. Буду тоже чекать. Да я сам не понял. Смотрю, они по цвету отличаются. Думаю, мало ли. Так, я почти на самолете. Ты где? Я в ЗБ-12 или как он там называется. О, понял тебя. 13, не помню. Да, я на самолете. Пойдем на страйкер потом. Давай я здесь подожди немножко. Я здесь обойду вокруг этой скалы. Скорее всего, будут последние боты. Мне там их два, наверное, по-моему, надо. Есть бот на длинной скале у депо. Один как минимум. Ну я пока пойду в сторону страйкеров, посмотрю в оптику, что там. Вижу раз бот. Скажись. Блин, я что-то не учел один фактор, когда я расстраиваюсь, что мне приходят только наушники по страховке. Я забываю, что я часто наушники меняю, когда нахожу. Это да. Важное упущение в расчетах. Да, особенно выгодно менять, учитывая, что я не ношу дорогие наушники, если я их не нахожу. Ну, не покупаю, в смысле. Что ты называешь дорогими наушниками? XL. Да, они дорогие. 1040 стоит. Угу. Они очень хорошие. Ну как? Personal preferences. Я не помню, скидывал видео, да. Не скидывал там, где типы при одинаковых условиях тестили наушники. Ну и просто показывали, ну, какие. Ну ты рассказывал, не помню, скидывал ли видео. Ну, мне очень нравятся XL. Но при этом у меня нет абсолютно никаких проблем с контактами, с спортами. Есть. Последнего бота убрал. Здесь можно расслабиться. Господи, куда ж тебя запихивать? Андрюха, ты где? На горе над лесопилкой. Лежу. Про снайперская позиция, типа? Не-не-не. Ой, лесопилка это. Сори. Ну, которая со страйкерами. Ну, внутри вроде не лутано. По крайней мере, у меня есть вижен на один ящик, и он закрыт. Ладно, раз такое дело, успокаюсь. Я уже недалеко. О, стоп, это. Эта штучка дорого стоит. МК-10 направляющая. Так, ты заходишь на лесопилку, да, страйкеровскую? Да, я уже в белой будке возле страйкера первого. Угу, я подхожу. Ставить пропитал на крафт. Надо не забыть. Захожу в одну из белых будок. А,
Ага, ты здесь даже уже был, походу. Да. Сейчас в малом домике с радио. Угу. Понял, я бегу в большой. Бы наверх. Вот спортивная сумка есть. А, тут калаш спавнится. Прикол, не знал. Если еще в этом... В девятке, которая раздолбана на водительском сиденье, АК-74Н фуловый. Кайф. Ау. Есть сардины, Сань, если будешь. Ну, сардины, эти наушники. Угу. Я их просто одеть. Терпеть ненавижу. У меня я с собой взял, если еще потом отдам. А, они басят. Самое хреновое, что они реально создают иногда звуки, которых реально нет. Нет. Тебе сардины отдавать? Сань? Да. Угу. Не мог найти тайник, прошелся по нему, услышан. Да. Жиза, узнали, поняли. Ты сейчас все еще в большом здании? Да. Я, может, тебе отдам сардины. Угу. Спавнится что-то на генераторе сверху. Ну, на этом. Подожди, не уходи. Зачем? Ты забрал? Что? Вот, ну подойди, забери. А, спасибо. У него и в Таркове прицельная эта метка смещена по отношению, типа не соус на стволу. Ну да. Значит, я просто КП-7 супер редко бегаю, потому что если собираешь нормальный калаш, то уже желательно ставить бастион. А с бастионом эти штуки не работают. Но есть трупы, лутать, наверное, смысла нет, если мы там челов не увидим. Труп ботовский вроде. Ну, можно полежать, посмотреть, если там ЧВК. Но заходить смысла пока что, думаю, нет. Я скину рюкзак, наверное. А где ты труп наблюдаешь? А, кажется, вижу, напротив дома со свиноматкой. Угу. А, тачка уехала вроде, если была. Да, тачка уехала. Ну, скорее всего, да, тут уже нечего ловить, если тачка. Пойдем левее. Ты только что туда ходил, да. А левее что там делать? А правее что делать? Ой, сори, я в стороны перепутал, да, пойдем левее. Давай, предлагаю пойти на гору, потом на затопленную и на выход. Угу. У нас выход, наверное, на окраинах. Так, как всегда. Бля, 25 минут там бы на гору и уже на выход топать. Хотя, ну как пойдет. Да, все по ситуации, потому что 25 минут это, в принципе, много. Что, пойдешь на саму гору, я пойду сбоку тайники от горы лутать. Давай. Я просто не знаю, знаешь ли ты их, а я их знаю. Не, я вообще не по тайникам. Я вот после того, как выучил тайник, который только что Джимми мне показал, я знаю все тайники, кроме того, который
под обстрелом у снайпера находится, я боюсь его. Ну, не хочу просто ходить к нему. Так, по-моему, все знаю. Я так лес учил, просто ходил. А и развязку тоже. Снаружи. Вспомнил, как забавно пестили говорит слово лут. Как? А, ну, я даже не могу букву L воспроизвести, как он говорит, но буква L смешная. Австралийская? Ну, возможно, не знаю, но забавная. Так, я на горе, там где снайпер. С тайниками проблема в том, что если сильно увлечься по какому-то одному направлению по тайникам, ну, вглубь, отстаешь по другому направлению по тайникам, они-то так, ну, типа, я не нашел, по крайней мере, еще маршрута, как тайники лутать прям очень эффективно, всегда приходится сильно петлять. Опа, затопленные стреляют. За последнюю неделю дважды убивал чувака за челобота, когда мне не давали FN фал. Неплохо. Причем один раз чел вообще ко мне зашел и испугал меня. Я ему испуга хедшот поставил. А второй раз я во время дождя крался с челиком, которого я увидел. А он меня как-то услышал. И мы вышли в честное ПВП раз на раз. Он проиграл. Это если затопленная стреляет, то церковь, скорее всего, отменяется. Я туда не пойду.
Вчера еще был забавный момент. У меня такое ощущение сложилось, типа я бегал, лутал тайники на челобосе. Такое ощущение, что кто-то бежал прямо по тому же маршруту, как и я, но за мной. Потому что с похожими на то, как ты подходишь к тайникам интервалами, на этих тайниках стреляли. Просто, ну, как будто в никуда. Да. Так что я думаю, что это челобот просто шел по тем же тайникам, но не успевал. Бедолага. Остался ни с чем. Но мне судьба отомстила. Мне сегодня такой случай попался, когда я не успевал на тайники. Причем на лесу нередко, что тайник залутан, особенно в проходном месте. Но то, что типа кучу тайников залутанных, это не часто попадается. Ну да, это именно кто-то хантил тайники. Я недалеко от лагеря юсеков сейчас, на колонне прапора. Бегу в сторону лесопилки, обойду ее справа и на выход. А ты, Сань? Я сейчас на снайперской горе. Ну как снайпинг? Ну... Не скажу, что он о чем это сейчас. Просто ни о чем. Тебя не было, когда я парням рассказывал, как на меня штурм он вчера быканул? Не помню. Короче, я еще пошел на диких пофармиться пару рейдов, как мы разошлись. И слышу, штурм он стреляет, думаю, ну подсосусь, может типа залутаю кого-то там, ЧВК будет какой-то или что-то типа того. Да. Тут штурм начинает по мне за 200 метров открывать огонь, благо не попал. Ого. Я на диком был, спортивной... Да, да. Ага. Я обхожу со спортивной сумки. По мне открывает огонь Светлозерский, попадает. То есть у меня уже есть ранение от него. И он начинает меня пушить. Ну, я, типа, пытался доджить, но, типа, прям на меня зашел, но пришлось мне его убивать. Я думал, ну, может... А, и потом еще обычный бот тоже стригерился на то, что я убил Светлозерского. Mm-hmm. Главное, на боссов они не триггерятся, а на убийство свиты триггерятся. Ну, ладно. Так вот, еще бота пришлось убить, и я за обоих залутал минус репу, хотя они оба выстрелили по мне первыми. Капец. Я понял, почему так, но все еще мне это не нравится. Мосинскому снайперу, который сейчас работает над лесом, выдают, знаешь, какие патроны? 7.1. Так они-то нормальный стандарт. Ну так они 4-й класс только пробивают. Но новичкам будет неприятно, да, что их пробивают. Я когда они... Ну, когда там можно... снайпер вообще опущенный. Когда можно было диких валить, я на него постоянно ходил, забирал... Да что, на нем классные пушки иногда спаунились с хорошими патронами. То снайпер опущенный, потому что у него очень мало вижена, и он очень мало куда стреляет. Он опасен разве что тем, кто поднимается, и там может случайно залутать от него выстрел какой-то. Всем остальным, типа, ну он вообще никакой угрозы не предоставляет. Да. Не представляет. Так, Андрюха, ты где сейчас? Я у длинной скалы, которую Джим называет членом, там, где повалена елка с тайником. Привет, Олежка. Привет. Это рядом с лесопилкой? Ну, где же еще, как не на стриме? Это от тебя в сторону... Как у тебя дела? Рассказывай. Я уже иду на мечный круг. Оба. Чевика здесь видел? Слушай, я Киберпанк в прошлом году скачал, но так и не прошел.
Так и не прошел. Периодически захожу. В принципе, игруха неплохая, мне понравилась. Но как-то скучновато, вот лично по мне. Но атмосфера супер классная там. Очень все в стиле выдержано. Там. Я сбоку его обошел. Ну, здесь бигстики. Ух ты, с имбовыми. Я даже не стал ждать, я, по-моему, приордерил даже, потому что там дешевле чуть было. Вот. Багов как таковых, в принципе, я не нашел. Ну, я их и не искал, поэтому. Ты понял. Да. Это чистый профит. Если меня сейчас, конечно, не за снайпера, то я не кокну. И Элшиза с щитком, который... Неплохо. О, и Комтаки. Ну, из башни. Где ты сейчас находишься? То я за тобой следил, в принципе, но я так и не понял, где ты сейчас находишься. Я уже иду на выход. Ты там живешь и работаешь, да? Никакой рандомный попутчик не бахнул. О, блядь, тут еще один труп. Мне кажется, теперь я понимаю, почему у нас был ФК-рейд. Ну, пока что три, насколько я услышал. О, Женька тоже переехал, найс. Он вроде там оставался в городе. Вот четвертый. Уже на окраинах. Угу. Сейчас главное, чтобы меня, конечно, жадность не наказала. Там сочные типы или... На рыбалку. Класс, класс. Слушай, я рад за него. Молодец. А кем ты фрилансишь? Ну, я имею в виду, кем ты дома работаешь. Я вышел. Угу. Не, пацаны бомжи. В основном. О, кайф. Я не понял прикола. Ваня. Ну. Слушай, ну круто. Я тоже 6 лет, получается, motion графикой занимался. Но на себя в основном. То есть рандомные какие-то проекты музыкальные. Не устраивался никуда на компании ни в какие. Все, круто, молодец, молодец. Слушай, раз такое дело... Не будет сложно тебе зафоловить меня. Не было больше фолловеров. Если ты заходишь сюда периодически. Их типа, если есть что-то ценное в первом моменте. Спасибо, спасибо, мужик. Охренеть.
Ты во что-то играешь, кроме, ну, киберпанка и так далее? Мы в основном в всякие шутеры играем с ребятами. Нет, только крашнулся. Не, в Warzone мы не гоняем сейчас. Мы раньше до этого гоняли, кстати, в Warzone. Там у нас есть два челика, с которыми мы в Warzone гоняли. Я в Apex периодически, в Радугу. О, прикольно. Это типа следующий, который? Или это мобильный? Бля, умереть под членом. Эх. Грустно. Топчик. А он паблик бета или нужно было записываться? Прикольно, прикольно. Все, я понял, да, я смотрел. Это когда они карту поменяют на типа Вторую мировую, и там будет по Второй мировой, но при этом там же. Круто, круто. У меня отлично. Вот, работаю геймтестером. Тестирую игры. Вот, в принципе, уже третий год практически. А, какой там? 12 числа, в принципе, третий год наступил. Сейчас четвертый пошел. Вот. Решил заняться стримингом более вплотную. Раньше периодически стримил, особенно когда плойка была. Вот, PlayStation сдохла, перестал. Обидно, конечно. Третья до сих пор есть, а четвертая просто сгорела. Да, ну, отчасти да, отчасти нет, потому что это все-таки тестирование в любом случае. То есть мы тестируем функции игры и так далее. Не просто сидим, играем, что нам вздумается, там гоняем. Ну, как бетки. Бетки, да, ты подписываешься и идешь, то есть просто бегаешь. Мы же тестируем функции игры. Ребята, следующий рейд идем. Мне только надо выбраться. Я уже готов. Давай, залетай еще. Я, в принципе, по вечерам каждый день буду стараться стримить, поэтому пересечемся. Давай, удачи. Спасибо, за что зашел. Джимми, я походу нашел всех остальных участников рейда. Прикол. Которые все-таки загрузились. Которые все-таки загрузились. Хороший вынес, или так по мелочи? Ну, есть приятные вещи. А так в основном все, что попалось под руку, забирал. Вот
меня сейчас убьют, и это будет ор. Опять не успеваю купить. Чел выложил 1813 патронов БП, 7239. Капец. Он накрафтил. Долго же он хранил. Ну, если в этих ящиках. Вот как у этого щела Hyper TV у него. Чел, прикинь, меня почти убили. Бля. Чел, боты? Угу. Ну или просто боты. О, поставить, крафтить капиталы. Как приятно, что Никита подумал о игроках, и когда ты ставишь на крафт, используешь предмет, у которого есть количество использований, он по дефолту берет самое, типа, самое сильно использованное, типа там по одному применению, вот звездочка. Да, профен. Да, обожаю это. Так удобно. Жесть, Никита умный. Значит, большая просадка по маленьким уровням. У меня очень мало жетонов с 1 по 23 уровень. Исправляй. Так тяжело найти челов 1-2 уровня. Так вон, смотри, сколько в лобби. Сколько потенциала. Да, но они часто от ботов умирают. Ну смотри, есть этот. Есть подвох. Какой? Ты, я думаю, должен догадаться, о чем. Не могу. Ты приглашаешь. А, не, ну я хочу, ну типа тех, которых я часто раз на раз убил, я поэтому не считаю этих киллы на челоботах. Ну хотя стоило бы, конечно, потому что на челоботе часто тяжелее убить, хотя иногда и легче. Ну короче, стоило бы считать киллы на челоботах, но я не считаю. И вот это уже более легитимно звучит, то что я считаю только киллы, ой, только жетоны с галочкой. И только которых я убил, само собой. Слушай, знаешь, что тебе надо следующее, когда первую заполнишь? Вторую тебе нужно собирать там, где ты тупо на челоботах разносишь. О, кстати, да, можно две таких купить. О, спасибо, Жим, за идею. Типа, понял, потому что у тебя будет одна, где ты забафанный с крутым обвесом, а вторая, где у тебя просто рандом пик среднего развеса. Так я уже прямо сейчас иду покупать флешки. Вот, потому что, по-моему, на челоботе реально куда сложнее пацанов разместить. Во-первых, их меньше на карте. Это реже происходит, к тому же. Угу. Вот, и во-вторых, пацаны там уже запакованы, а у тебя там какой-нибудь дробовик или... Не знаю. ТТ какой-нибудь. Или вообще тозик. Да, жаль, что я все жетоны, во-первых, до этого много продавал. У меня сейчас совсем мало жетонов осталось. Я лишь недавно начал собирать для коллекции. А на челоботах вообще не собирал никогда. Ну, собирал, когда у меня была мысль копить на что-то на обмен, но потом я от этой мысли отказался. Ну да, мы с тобой посчитали, по-моему, прикинули, и там вышло, что... Алло. Да, говно получилось. Аллилуйя, я вышел. Хорош. Классная вот эта рукоятка AGR-74 просто H2, но какая же она некрасивая.
Это та, которая как дырка выглядит? Нет, та, которая выглядит как херня с упором для нижней части ладони. Типа анатомичной формы. Нижней или передней? Не, нижней. Тогда не помню. Ну, это новая рукоятка в этом вайпе появилась. На аэрке раньше такие только были. Сейчас вот на калаш появилась одна. Калаш такая появилась? Да. В этом вайпе. Так ты же скидывал скрин с сборкой АК, там была такая рукоятка. Да я, блин, вечно с передней вот этой путаю. Как она, ручка? Как она называется? Ну, это обе рукоятки. Одна рукоятка переноса огня обычно называется, а вторая — это пистолетная рукоять. Вот, я просто пистолетную рукоять, когда называют рукояткой, я не хаваю. Я типа рукоятка переднюю называю, а заднюю я не помню, как называю. Никак не называешь, просто. Просто игноришь ее существование. Там что-то есть, красным не горит, можно идти. Блин, а сакер хороший буст дает к отдаче. Только проблема в том, что сакер стоит 610 баксов. Ух. Ну да. Я уж лучше поставлю улитку. Которая RRD4C. Не знаю, почему новая улитка, но пускай будет. Ну и плюс моего калаша, что у него 77 эргономики. Кайф. Сохранить сборку. Я вот чего не могу понять. Почему у миротворца продаются штуки? Почему у миротворца продаются 9.95 патроны, которые стоят дохуя? ВРЛ и стоят... Ну, 9.95 не продаются отмена. Да нет, да. Но почему у него продаются армейские патроны повышенной пробиваемости, допустим? Ну да. Ах, почему? Почему? Пойду, как тебе нравится, с 101-м калашом. Куда на это приедем? Туда же можно? Я опять туда больше пошел. Мне боты так и не закрыты. Серьезно? Да. Я ж тогда не нашел. Мне еще один бот остался на лесу. А сейчас вылетел, так что. Мне один бот в лесу, 6 ботов на таможке и 12 ботов на развязке. Блин, а что там еще есть за квесты? Может, на лесу есть какие-то? По-моему, нету. Нет, а, ну раз что... Уже, всего. 100... 100 метровки. А. Приятно этот малый 101-й калаш. Я уже тоже скорострельный 600, как и у обычного калаша. 650. У меня, кстати, на лесу 100-метровка уже выполнена. И еще есть одна на резерве, одна на берегу. Ой, одна на таможне. В душе не ебу, кому это я стрелял, но... Раз убил, значит, есть за что. Классен. У меня, кстати, прокнуло... Помнишь челиков на... Там, где тебя с дробовика убили? В лесу на старой лесопилке. У меня сотня прокнула на того типа. А, нифига, где ж ты был? Я был на камнях. Смотри, возле тайника, который возле перекрестка.
Я был на тех камнях, а чувак был аж на камнях возле выхода с карты. Вот там. Ну да, наверное, есть 100 метров. Ну и в лобби. С красивым 101-м калашом. Блин, мне приклад не нравится. ПТ-3. Жаль, Жукова не старается на все калаши, он красивый. Сорян, парни, мне надо немножко разгрестись. А приклад на трубке на калашах не смотрится, увы. Ну, мне не нравится, по крайней мере. Сейчас вернусь. Давай. Напомни, пожалуйста, ты с этим прицелом ходишь, потому что он за бакс продается? Нет, он у меня... Я его с рейда какого-то вытащил. Там просто есть коллиматор и есть на большую дистанцию. Ну, там не на большую дистанцию, не нравится какой-то. Маленький, у него угол обзора маленький, да. Ну и плюс вот эти точки непонятные зачем. Да-да-да. То есть так-то я его за деньги не беру. Доллары не деньги, да? Или я что-то не уверен? Нет, это Джимми нашел трофейный. А. Ну, в рейде нашел. О, первый левел. Надо пригласить его. Давай, давай. А, уже в группе. Блин, все отменили инвайты. Вернее, нет, меня отклонили. We'll be right back.
Ого. А, я думал, что Саня такой залетел. Джимми, ты видел, какой сейчас чел серьезный зашел в этот? Не, не успел. В очках. В очках с Айгой 9, с сумкой, да, перевес. Я сейчас думаю, это что, Саня так оделся? Смотри, не, не Саня. Я жду приглашения. О, пишите. О, вон он, вижу его. Wanna become famous by followers, primes and viewers on bigfollows.com. Как тебя забанить, мать твою? Ожидание игроков. И где же ваши игроки? Да кто они, ваши игроки, на? Thank you.
Наконец, стол. Смакута. Мы чё, под юсеками? Угу. Полетели отжимать лут. Джимми с нами? Да. На удивление. Вот эти наушники, которые в игре Razer называются. Uh-huh. Заметил, что на многих оружейных каналах они появились у ведущих. Хайпуют, пацаны. Ты уже на соседнем? Да. Понял. Так у нас же первый спаун сюда. Почему бы не подойти? Долдайте тут, я пойду уже на следующую серию. Mm-hmm. Чтобы вас не убивали просто так. А на соседних юсеках вроде чисто. Но пока что никого нет. МП5 надо кому-то? Mm-hmm. Нет, спасибо. Мне надо. В ящике оружейном. Это дедушке надо. Пустовато здесь. Часы. Давно я вас тут не видел. Меня сейчас пролагало. Нашел? Еще нет, я еще не подошел к ящику. Нашел, спасибо. Блин, я только зашли в рейд, а мне уже нравится тот, который я нашел. Согласен. Термопед, разгущенка, трещотка, часы большие. Во. Все прикольное. Неплохо. А у тебя пацаны? Там валево какое-то было в сторону лесопилки. Че, пойдем? Да. Тут в деревьях где-то спаун есть. Вряд ли кто-то остался. Наверх залазил? Нет. Ты залезешь? Да. Интересно, насколько похожи звуки стрельбы с АК на 5.45 и на 5.56 калибрах? Сильно разные. Я тебе скажу. Если на МКов на всех глушителях один и тот же звук.
Не, ну я VR имею в виду, не в игре. А, в этом плане. А, в этом смысле, да. Ты из-под веб куда пошел? Вот на гору поднялся. На гору, да. В сторону КПП. Со мной кто-то есть, слышу. Это я. А, бля. Чел выстрелил, а я, мой чел крикнул «А». А это из-за того, что я упал. Это где-то в районе КПП, на... что ли, да? Да. Не, мне кажется, дальше. Может быть, нет, дальше, да. Я двигаюсь, блин, в сторону КПП. Сейчас смотрю на стриме, какой же этот прицел, конечно. Ты... Какой же он? Чуть-чуть с тайника. С тайника идет на КПП. Он на пригорке сейчас. Я на тебя случайно не смотрю сейчас. За дорогой или с нашей части стороны? Если с КПП посмотреть на залупу слева от дороги. За тайником. Ну, ближе к нам. Это когда я, может быть? Нет, 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 нет. Какой рюкзак? Вот ты лежишь? А это точно? Нет, я сижу. А он лег. Кто-то на КПП, на КПП есть чел. Идет в сторону Джимми. А, вижу, вижу. Он лег. Бегу на его труп, кажется. Бегу на его труп со стороны горы той большой. Все, есть, он лег мертвый. Джимми, ты не туда бежишь, ты бежишь на меня. А, окей. Это ты я на КПП убил чела, да. Выбегаю на тебя, Джимми. Вот тут был тип. А, у меня лишь шлем не прогрузился, походу. Так это я был, наверное. Походу, да. Я тут долго был. Есть еще. Где? А, вижу, вижу, вижу. Убил. Минус. Хорош. Это дикий был. Бля, ну чел максимально не повезло. У него никакой инфы не было. Бля, второй левел. Ой-ой-ой. Дружище. Вот надо было приглашение принимать, понял? А я его раскидаю. Даже так? Это правильно. Скажешь, куда ты его раскидаешь? С удовольствием возьму лоут. Бля, чего белый броник нашел для квеста? Ой-ой-ой. У него нечего брать, там пака, наушники всратые. Ну как всратые, не худшие. Так как будто что-то не то, как будто я что-то... Да, мы дальше двигаемся. Кто барки дает? Не слышал барок. Я не даю барок. Так, а барки ЧВКшные или? Не знаю, я отголоски слышал. Я нихуя не слышал, но мы сильно правее тебя. Но я вас вижу обоих. Вот как-то правее. По мне, по мне, по мне, по мне. Сзади, 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 сзади. Блять, меня убили с тайника. Или залупа, или тайник. Ага. Черт побери. Давай крутить левее, Сань. У него трассера зеленые. Сейчас скажу. 5:45. Наведешь меня, Джим? Я стрим дам. Где твой труп? 7:62, 51, 62. Угу.
То есть челик серьезный. Вижу, оба. Прямо передо мной. Дауни, умри! Прям в типа зажал. Да, да. На горке где тайник там наверху сидит. А ему вообще пофиг. Я в него тоже зажал, ему пофигу. Да, да, это. Дай подозрение. А я не попал. Я по нему выстрелил 25 раз, ни одного выстрела не зарегало. Ну да. Смешно. Чел, Юсека, походу, я убил. Нет. Ну, у меня один килл по Юсеку. А, у меня тоже один килл по Юсеку. Так вы же двоих убили, на 10-й минуте. Ну, так у тебя какого левела он? Сейчас тебе скажу. 11-й, 30-й. Ну, это не он. А какое время, скажи точнее? 10.37. Это, походу, чел, который... тот, которого ты, ну, который был на КПП. Или ты лутал, его там не было жетона? Не, я его не лутал. А, так это, походу, чувака был. Ну, потому что у меня 10.22 незадолго до того, как ты убил, типа. Ой, незадолго до. Но это мне вообще не нравится, что чел просто 25 выстрелов, просто похер на них. Надеюсь, реплей. Чел, я его таки убил, получается. Это он АР тебя убил, да? Да. Да. Смотри, просто у меня время рейда 9.59. 10.37. Ну, мертвых. Это время рейда и время, которое убийство чувака, они как-то не совсем между собой хорошо работают. Я думаю, это, скорее всего, тот был. Они как-то, я не понимаю, как они работают во время рейда. Но ну, как-то не ладно, очевидно. Для СВД, наверное, мне его, ну, засчитали, по идее. Так что... Опять надо видос на YouTube записывать. Ну, чтоб просто, я не знаю, как в замедленной съемке штатными средствами смотреть. Надо было уходить с линии огня. Угу. Конечно. Но опять же, кто, блядь, не я виноват, что чел урон, блядь, не регает попадание. Ну да. Блин, интересно, это он барку дал? Потому что я слышал, когда вот на вас смотрел, типа справа от себя, он был сзади. А я четко справа слышал. Сзади. Хз. Понятно, непонятно. Блин, нет, тут ящик кинул патроны. Жесть. Пришло время менять броники на квас. Это при условии, что у Акардура подешевело, можно собрать себе броник 5 класса. Ой, репстоп подешевели обратно. Сюда, ICPC. Блин, зачем я купил этот плащ, который надо чинить? Ладно. Пофлекшу перед типами, которые меня бьют, как будто я выживал в этом луче. Я ради. Еще раз лес? Ну да, почему нет? Я уже немного устал делать то же самое, но нормально, пойдет.
Я настолько с вами преисполнился, что теперь хилюсь сам только. У бабки вообще не хилюсь, случайно не кликну. То же самое. Хорош. У меня есть для этого даже отдельный ящик для медикаментов, который я вызываю только для хила. Ящик для медикаментов, с которыми выхожу в рейд. Бро, ты не поверишь, то же самое. Хорош. Получается, гении мыслят одинаково? Угу. Получается, если гении мыслят одинаково, то Никита тоже хилится в схроне. Скорее всего. Ну, когда заходишь со сратой пушкой типа СКСки, даже страховаться недорого. Какие там YouTube? У вас тоже есть люди, которые говорят YouTube? Как тебе правильно сказать? Ну, не люди, нет. А когда они говорят YouTube, то это бесит. Ну как же акцент? Не, когда наши типа русскоязычные люди, которые у них нет акцента, говорят YouTube, то это звучит криво. Звучит кринжово, да? Неаутентично. У меня уже есть на Ютубе три части видоса, где урон, сука. Ну, еще не опубликовалось. Погодите, пацаны, когда собираешь СВД-ху, то и ставишь на нее САГ МК-1 шасси, что должно быть сзади? Чё? Там есть крышка ствольной коробки, ты о ней? Или... Да-да-да-да. Там крышка ствольной коробки особая есть, которая ставится только вместе с понтовым шасси. А, кастомная, типа. Да, вроде так называется. Там они только друг с другом работают, больше никак ничего не стакается. Угу. Сап. Все, бахнули. Не дадут мне этих ботов убить. Ничего. Thank you.
Андрей, тебя тоже зовут Никита? Ты, кстати, Саня, СВД собираешь в отдачу или в экономику? Никак, просто собираю так, как мне нравится. А, понял. Типа я инжуэр. Да, тут не поспоришь. Сколько уже убил СВД типов? Сколько уже СВД типов убил? Сейчас тебе скажу. Трех. Нормас. Ну, за полдня. При том, что не постоянно с ней ходил. Я готов. Рекомендации на YouTube. Канал Сталин HGTV. Габлач и Клим Сраныч сидят, и видос называется «Про актерскую игру и актера второго плана». Тире «Гомотрон». Знаешь, такой «Гомотрон»? Ну, наверняка на нем сидит и Жуков, и Клим Сраныч. Сука, мне больно смеяться, но я смеюсь. Интересно, где Клим Сраныч последний раз актерскую игру увидел? Он же трезвый, бывает только когда к гоблину приходит. Бля, мне надо как-то менять стиль игры, как стиль в перестрелках, потому что я часто замечаю, что я челов почти никогда не пикаю, но очень часто я выхожу с типами, типа, ну давай по-молодецки, раз на раз, типа. И вот мы с ними раз на раз махаемся, я выхожу на них, и мы стреляемся. Они в мою сторону, я в его сторону. Угу. А как ты хочешь? Ну, типа, я вот, этот чел, когда по мне начал стрелять последний, я мог бы... сломать траекторию, уйти куда-то за деревья и потом его пикнуть как-то по-другому. Да. А я просто остановился, начал стрелять. Ну вот это было странно. Но опять же, это надо думать, я это как-то делаю все спинным мозгом, поэтому. Там мины, если что. Да вроде нет. Мины левее, по-моему. Левее, да. Но левее я не хочу идти. Так,
все втроем пробежали мимо виски. Пола. Не, я сразу вышел на позицию. Если что, давай пиля. О, нашел эмку. Это дорого стоит. Наконец-то. В тюне? Ну, она типа плюс-минус, да. Легеньком, но в тюне. Легкий налет, что на эмке? Вон, типа, у нее получается фонарик, МРС, вот этот, Вальтер МРС. Будто с райдера снял. Цевьё немножко другое, ну, в таком плане, да. Слушай, бесплатная эмка, без хасла, без ничего. Без хасла? Да. Хотел ты рискнуть своей жопой. 45 минут подряд без хасла. Блин. Оба. Кто прыгает? Я. Понял. До сих пор на первом компе? Угу. У меня уже перегруз. Шаришь. Вы на втором кемпе? Между. Нет. Бля, я проебал патрон из патронника. Я, по-моему, это даже слышал. О, наконец-то два лазера. Зацените, парни, сейчас посвечу на палатку. А ну, ну. Чуть не вижу ничего. Ну, возле окна на палатке. Не, не та палатка, палатка на кемпе другом. Вижу. А, вижу. Найс, найс. Третья надо. Да не скрепление для третьего. За два крепления, спасибо. Ладно. Я попробую. Опа, Fast MT. О, плюс перегруз, наконец-то. О. Хы. Видел, Джимми? Не, что-то там подобрал. Что-то зеленое. Канистра, найс, найс. Есть СМС-ка, у кого нет с собой? У меня есть свой СМС. Хорош. Бегу к вам. Блин, я слышу, что у меня с этой СКС-кой пол экрана закрыта ею и модулями. Ладно, флексить, флексить до конца. Бегу на колонну прапора. Давай. Там вроде Джейми ничего снизу не было, кроме жгута, ката и СМС-ки. Я СМС-ку взял и взял этот. Наркоту. Мартин? Наркоту? Да нет, там этот был. Опа! Это все ближе и ближе. Это штурман. Так на штурман. Как к штурману, парня. Го. Тем более, если еще Джейми можешь его убить, он считается как дикий. Ты только на колонне, да? Да. Понял, понял. Я ты лутал тайник? Я не сомневался. Что? Какой? Возле кемпов. Тот, который далеко, в сторону? Не-не-не, я туда не ходил. Понял. Ладно, пошли, наверное, в этот. На. Турманы.
Это ли прилетело, или кто-то на первом висеках? Странный звук. Гоха длинная скула, соберемся. Что такое длинная скула? Это откуда в прошлом рейде сел пришел, который нас убил. Угу. Привод, респект. Ксюхам всегда вспомнится с БПшками полными магазинов. Полный магазин БПшек, в смысле. Впереди что-то есть. Далеко. А, это стрельба. О, это уже ближе. Finally, some good fucking стрельба. Это уже где-то с района залупа. Я прошел левее. Я сейчас скоро на треугольнике буду. Все пошел, да. Я вообще-то про вас. А где все? Я на камне, там где мы встретились с тобой. Как песня как будто какая-то. Ага. Так, есть в сторону залупы бегут два тела. Откуда? От нас как будто бы. Я вижу. Откуда? С КПП, да? Одного уложил. Я вижу второго. Он справа от залупы в стороне КПП. Блять, у меня деревья, не вижу его. Блин, и лечь не могу. Так. Одного в ад отправил. Слева от меня Андрюха. Да, я где-то тут рядом у кого-то. Блин, а где он делся? Вижу труп. Тупо в деревья куда-то упетлял, не понимаю. Справа, влево. Он был справа от залупы в сторону КПП. И он просто потерялся у меня за деревьями, и все, я его не вижу. Пойду левее, в сторону бревен. Давай. Я смотрю на брод правее. Скину свой рюкзак, чтобы он меня меньше палил и меньше ограничил. Угу. Парни, можете залупу посмотреть? Я вылезу на залупу на камне слева. Ой. Может, что увижу интересное. Ну, типа залупу справа, слева, чтобы меня не подошли в упор. Угу. Ну, справа смотрю. Упор не должен быть. Двигаюсь в сторону за опыт тоже. У него тоже что, синий шлем спать? Был, если что. Я просто тупо не понимаю, где он испарился. Да сел где-то сидеть. Потому что ты сказал, одного положил, и второй начал метаться и где-то дометался. Непонятно, ну, где. В принципе, логично. Андрюха, я тебя не наблюдаю. Я на слева, на камнях. На те, которые можно легко залезть. Это можно выше залезть? Стоит ли? По-моему, нет. Пробую. Я на самом верху камней.
Ага, вижу тебя. Я пошел в лесок правее. Обойду, посмотрю, что. Тут лечь нельзя. Вижу Светлозерского. А зачем ты его снял? Чтобы он умер. Он не мог, просто на меня просто смотрел. А. Это ты за залупу уже заходишь, да? Сань. Ну, подхожу к ней, да. А, подожди, а кто за? Я наверху. Справа от залупы, если с нашей стороны, как мы шли смотреть. Кто-то идет в сторону я. КПП. Я сейчас развернулся. Ох, это Саня. Я развернулся. Так, вижу обоих. Вас. Штурмана не могу найти. Кому-то штурман нужен по квесту? Да, мне? Ну, мне 25 раз нужно, поэтому. А мне сколько раз нужен? А, мне нужен по квесту, санитар леса. Давай. Он может быть за сумкой горой. Может. В районе. Там со мной кто? Я. Я подхожу. Ты на... Ты что встал, да? Да-да-да. Тайник. Все, потеряли пацаны. Блин, как он испарился? Я тупо не понимаю. Не деревья. Он, получается, скрылся за дерево, у меня слева и справа просвет, и он там нигде не появился. Значит, он побежал вверх. А, вижу труп штурмана. Блять. Он, походу, с той стороны, да? Он на бревнах. Слева? Да. А справа кто стрелял тогда? Чувак? Не вижу, лутан ли он. Если к нему подойду, то у меня будет хороший вью. Но он может быть уже залутан. Вот в чем проблема. Кто ко мне подошел? Я. В кустах. Далеко, да? Да. Ну, тут лечь можно. Не знаю, бы залутан ли он. Было бы неплохо. Ну, ты никак не узнать. Не подошедший. Кто-то возле синего ангара бегал. Крытого, я имею в виду. Пробежал в сторону большой двери. Вижу, это вроде Светлозерский. Бежит посреди локации. У нас сзади выстрел. Убил Светлозерского. Еще одного. Он смешно скатился только что. Перезаряжаюсь. Там еще нет никого? Мы стреляли где-то дальше, в сторону другой длинной скалы. Это так мило, когда наблюдаешь, как пацаны заряжают себе мосинские магазины, которые на 5 патронов. У него 3 таких магазина. Такое было. Ну, жаль, не пригодились. Бля, можно я лягу, пожалуйста? Спасибо. А, ходить и камеры крутить нельзя в этом положении. Блин, как же тяжело найти позицию. Я что-то нашел. Крайне, наверное, да? Хотя бы там заспавнились, могут быть, нет. Да, у нас южный северный пост, если что. Имейте в виду. Угу. На тот момент, когда, не входя в ADS, в снайперский режим, видишь труп чела лучше, чем войдя в него.
Я продвигаюсь к ангару. Я пока на снайперской точке. Занимаюсь инжойерским снайпингом с патроном 762-39. Красота. Марксмена. Не, двух снайперов уже переснайпил. Ботов, правда. Ладно, заебало. Жесть, просто сидеть. Пришел за сумкой и смотреть штурма нашего с ним. Я возле бревен. Пойду посмотрю снайпера на горе. А. Тут у тебя штурман в 2 метрах, если что. Угу. Я знаю, здесь возле кустов. Обычно. Сит это его типа точка. Так, я около крытого. Угу. А, тут труп. Это кто такой? А это бот. Меня никто не кроет, да? Нет. Сейчас нет. Штурман залутан, парни. Понятно. Это длинная скала. Больше не чувствую боли. Так, я внутри крытого. Что где? Завалило? Это бот на меня. Бот через кусты меня сильно ебнул, помогите, пожи. Где он? Бот в кустах у времянки. Времянка в кустах. Не вижу. Он в дальней части, в ближней. Захожу хилиться. Я в дальней времянке. Понял. Он слева был, да? Справа вот времянок в кустах. Понял. Вот в тех густых кустах справа. Блин, что-то не вижу его. Чью ногу. Капец. Не вижу, когда они в кустах сидят. Это просто жопа. Да все, я уже в безопасности заберу. А. Сверху валят. Это я. А. Бот, можно умереть? Ну пожалуйста, ну блядь. Ни один бот остался здесь. Твою ж налево. Наконец-то. Нет, вот теперь наконец-то. Твою ж налево. Что так пугать? Ботов можем спокойно выкашивать все вместе, но... Джимми. Да. Пол светла из русских забирать. Так, вижу дикого, веду огонь. Ого, ничего себе. Я и забыл, что у тебя там такая... Кэнон. За вторым Светлоозерским. Он, конечно, так лежит, неприятно. Ну что ж поделать. Не мы его так ложили. Я ложил. Бля, этот на 7-1 не повезло. Блин, давно не стали затюненные дробовики давать на вторичку. Ко мне подбегает. Я во второй времянке. Я в среднем ангаре. Красном?
Ну, в среднем открыто. Где-то с холма стреляют в нашем направлении, по-моему. Сань, ты сейчас где? В полностью закрытом ангаре. Угу. Жорья. Я пойду в белый кирпичный домик, поднимусь выше на скалы искать того, кто там стрелял. Угу. Парни, пора двигать в сторону выхода, квест сделали. Угу. СВД, если она не полностью целая, не очень-то и выгодная. В смысле? Типа на 10 слотов занимает, если сложенная. Я уже наверху, над белым домиком. Вышел современный, двигаясь по территории белому. Вот этот спан штурмана новый на бревнах супер тупой. Потому что он очень изолирован, то его можно убить, легко залутать и свалить. Типа он не защищается ни другими ЧВК, они самими свитерцами свитерцы не поднимаются. Да. Почти никогда. Ой, а шо это меня так пробрало? Водичкой меня пробрало. Бля, у меня 20 энергии осталось. Похавать. А-а. Воды у меня нет. Сколько тебе энергии? 20. Ладно, я сейчас скину рюкзак, вернусь на времянки, там было что-то поесть. Главное не забыть, где я его скину. Возвращаюсь на времянки. Почему у меня боль? Ну, я из-за воды. Я тут водой скинулся. Ну, она успела опуститься до нуля? Угу. Ну, тогда так и должно быть. В игре так и работает сейчас. Она пройдет со временем. Ладно. Я временки лутал. Что ты там оставил? Там еда в первой временке была. В первой не был. Я спустился к пирсу. Да, вот есть. Кушать, попить. Я возле над белой временкой. Я над белым. Я в белом домике. Да, домик я имею. Бегу обратно к рюкзаку.
Есть у вас нужда в воде, у меня таркола. Не, мне нормально, спасибо. Поднимаюсь над вами примерно. Брюха, а ты эти картотеки утал? Не. Я справа от тебя. Пойдем с плюс медицины на выход. Давай. Что увидим интересного. Договор. Бля, надо было сначала стамину зарезать, потом рюкзак брать. А я думаю, что мне хп не хватает, мне жбут ногу выбил. Труп дикого. Ну тут стреляли очень много. Да. Это я его завалил. Так не в красной, а в синей. В синей куртке, а, нет. Или нет? Я просто про помпон подумал. Почему Джин про помпон? Трекера где-то. Вы собрались, идете рядом, да? Я не знаю, с кем ты иду. Да. Да, вот я к тебе побежал. Залуп на суицидку. Пустовато здесь. Марку дал. Да, мы тебя видим. Андрюха, а чё ты так... Опа, рядом с медичкой бежит. Бот, наверное, забежал. Бот. Мы в медичку заходим? Зачем там лупцы? Ты уверен? Ну, я вижу открытые ящики. Типа, что можно найти, это... Начало бота и рандомную смерть. Mm-hmm. Флешка своя? Да, я кинул. Мне интересно, что там внутри. Не осуждаю тебя, но не пойду. Разве что там ЧВК. Вижу бота за медичкой. У меня игра зависла, о, зависла. Железо кто? Убил бота. Ты меня этим напугал. Прости. Зовут он. На тайник у танка не лутан, а в яме лутан. Там переливы кому-то надо было. Я уже давно справился с этим. Хорош. Бля, у меня чел! Где? 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 Я не знаю, это бот или нет, но убил. Он типа сидел, смотрел. Ты сейчас где? Это бот или чела бот? В яме, где тайник. Понял. Я лутаю себе спокойно этот, как он называется, тайник. Решаю развернуться, посмотрите, там чел сидит за камнем, у которого як был. Прямо в 5 метрах, и меня не видит, потому что кусты типа, кусты полупрозрачные, я через них вижу, а он не видит. Ну типа полупрозрачные, в смысле из-за веток. Я понял. Опасненько. Жесть. Минус микроинсульт случился. Инсульт жопы. Бегу на южный пост.
хорошо решим. Опыт залутать. Снайпер валил? Хз. Я не его знаю. Для снайпера, по-моему, далековато. Так, вижу труп. Это бот, скорее всего, лежит. Ты уже за ямой? Кто-то кого-то ко мне бежит из своих. Да. Оба. Это я по ботам. Вижу труп в яме. Это дикий. Да, ну это мой кореш, которого я за камнем увидел. Блин, не умереть бы от рандомного дикого мимо крокодила. Ну тут только одного бота живого видел на депо. Зайду в само здание депо, может там сидит. Чтоб КД не проседало на этих АФК-картах. Внутри депо никого. Возвращаюсь за своим рюкзаком, вспомню бы где он. Я подошел к депо. Хорош. Так, ну у меня 5 кило по ботам, когда они просядет нормас. Бля, где рюкзак? Блядь, где рюкзак? Катился? Да нет, не должен был катиться. Я вроде у камня его какого-то выбросил. Или у куста. Парни, никто не видел пилигрим неношенный? Не. Я выхожу. Нашел? Нет. Блядь. Я подбегаю к тебе. Пилигрим проебать, умею. Может, я у камня выбросил этого большого? Зато никто не найдет. Да, мог у этого камня бросить. Да, нашел. Нашел, понимаю. Я просто не думал, что я так далеко ушел с ним. Я с тобой сейчас зарезаю. Самая грустная история, там сколько в одном предложении, а в двух предложениях выхожу. Продается алтын неношенный. Ух ты! Этого берца в голову я усадил со 122 метров. Хорош. То есть он не получается, даже за счет пойдет. Ну если у тебя еще его не было, то да. Блин, у меня уже заканчивается, закончились уже слоты в этом, в генераторе. Что делать? Радоваться, что у тебя много топлива? Так толку из него не знаю. Видишь, была бы ферма. О, кстати, надо, может, продать парочку. Хотя я крафчу эти. И гранатные магазины. Ой, гранатные ящики. Блин, один раз промахнулся. В этом рейде 14 выстрелов, 13 попаданий. Тарков, не крашься, умоляю, не надо. Остановись. Крашнулся? А, я понял, как он крашится, все. Стыпы есть. Как? Такое? Альта бац на загрузке.
Побойся Аллаха. Thanks everyone who came on stream. See you next time. Bye.